Здравствуйте! На телеканале «Свое ТВ» Ставропольский край новый проект «Своя полоса». Все, что связано с организацией безопасного дорожного движения. Экспертные мнения, компетентные комментарии, полезная информация. Особые условия, информация будет из первых рук. Телевизионный проект на телеканале «Свое ТВ» станет рупором Краевого управления Государственной инспекции дорожного движения. Ко всем ранее существовавшим средствам коммуникации ГАИ добавляет еженедельный телевизионный эфир. И в первом выпуске программы «Готовность стражей дорожного порядка к прямому и честному диалогу» мы с партнерами и отразим в полной мере. Начальник управления Государственной инспекции дорожного движения по Ставропольскому краю Алексей Николаевич Сафонов сегодня ответит на ваши вопросы. По сайту, телефону, на горячую линию управления поступали вопросы, которые мы зададим сегодня полковнику Сафонову. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Добрый день. Ну скажите, пожалуйста, вот первый вопрос. Как вы считаете, насколько ваше ведомство сейчас открыто для водителей, для пешеходов? Знаете, с каждым месяцем, днем работы, не говоря уже годы, мы открытие и открытие. И задача сейчас максимально в целом органов полиции, и в том числе госинспекции, чтобы граждане понимали, чем занимаются органы правопорядка, в том числе госинспекции. За что отвечает госинспекция сегодня? За что отвечают органы власти, за что отвечают дорожные организации, за что отвечает Министерство образования, которое учит наших кандидатов, молодые водители, за что отвечает Министерство здравоохранения, которое обеспечивает и оказывает первую медицинскую помощь. Мы были инициаторами, и спасибо вам за поддержку. Эта передача как раз-то и будет освещать все максимальные аспекты, которые и отвечают, и обеспечивают нашу безопасность на дорогах. Конечно, есть острые вопросы, есть вопросы неудобные, но мы готовы на них отвечать в этой передаче и в других, возможно, рубриках. Так что я вам благодарен за эту передачу и больше, чем уверен, что эта передача даст большой позитивный эффект в целом для стабилизации обстановки с аварийностью и в дальнейшем снижения числа погибших, раненых ДТП граждан. Ну тогда я поясню нашим телезрителям с вашего разрешения, что это у нас пилотный первый выпуск программы «Своя полоса». В гостях у нас главный госавтоинспектор Ставропольского края Алексей Сафонов. А дальше по четвергам будет выходить интересный проект, который будет состоять из множества рубрик. Не пропустите ближайшие эфиры. Ну а сейчас вопросы, которые поступили у нас Алексею Николаевичу. Вот у нас был такой вопрос интересный от телезрителя на сайте. Скажите, пожалуйста, вы сами за рулем ездите? Я сегодня не пользуетесь услугами водителя? Я сегодня приехал на передачу сам. Водители сегодня занимаются вопросами обслуживания другого транспортного средства, так что я приехал сегодня за рулем сам. Ну вот когда вы водите машину, когда вы ходите по городу и смотрите, понятно, что профессиональный взгляд никуда не убрать, но и тут появляется уже взгляд участника дорожного движения. Что для вас в данном контексте показатель эффективности работы госавтоинспекции? Знаете, а зависит ли это от количества сотрудников на улицах или наоборот, их, чем их меньше, тем лучше, на ваш взгляд? Знаете, очень приятно, когда ты проезжаешь от одного места до другого назначения, и ты видишь, что на пешеходных переходах уступают дорогу пешеходам. Ты видишь, что пешеход на запрещающий сигнал светофора, хотя даже транспортного потока нет, он остановился и ожидает разрешающего сигнала. Ты видишь, когда машины двигаются без нарушения правил дорожного движения, нет агрессивного вождения, нет этих затонированных, извините за выражение, в хлам машин, приниженных этих Приор, Лад Грант и других автомобилей. Люди передвигаются по правилам. Это приятно. И, конечно, это, наверное, и оценка здесь должна дана быть и участниками дорожного движения. А вот, конечно, когда я сюда передвигался, уже одну машину дал в ориентировку, которая проехала на запрещающих сигнал светофора. Ну, видно, скорее всего, какой-то молодой человек, как у нас уже в анекдоте, наверное, Приора, тонированная, на красный сигнал светофора. Сейчас после передачи мне, видимо, доложат, ее уже задержат, и мы, конечно, накажем этого водителя. Это неприятно. Так что так я оцениваю
Конечно, служба ГИБДД – это контрольно-надзорный орган, но мы готовы не применять эти жесткие методы, наказывать водителей, когда нет нарушений. Но когда нарушения есть, и они грубые, конечно, здесь уже вступает служба ГИБДД и пресекает эти нарушения, водителей привлекает к ответственности, в том числе и доставляем в территориальные органы за грубое нарушение, и отстраняем от управления состояния опьянения, и доставляем в суды, и так далее, и так далее. Это вся наша работа. Вы только что говорили о том, что проект «Своя полоса» – это один из дополнительных вариантов обратной связи с участниками дорожного движения для вас, для госавтоинспекции. Но у вас же есть и другие каналы связи, сайты, горячие линии. Вот что беспокоит больше всего ставропольцев, которые обращаются в ГИБДД, касательно деятельности автоинспекции и касательно непосредственно безопасности дорожного движения? То касается организации дорожного движения. Конечно, люди недовольны и нас информируют, что есть недостатки в содержании дорог, ямочность, пешеходных переходов нет, либо разметка стерлась. И такие вопросы мы получаем. Есть вопросы, которые связаны, наоборот, с предложениями, вопрос предложения. Где-то организовать дополнительный пешеходный переход, где-то обратиться к органам власти и установить светофорный объект, где-то, наоборот, убрать искусственную неровность. Вместе с этим вот я получил информацию по улице Серова, внизу нашего города. Подряд было расположено 4 искусственные неровности. Вы знаете, мы проехали по смотрите, действительно, и 2 искусственные неровности мы устранили вместе с органами власти, то есть пошли навстречу. Другой блок вопросов, конечно, это на действия сотрудников госавтоинспекции. Вот, кстати, скажу, что вот, граждане не соглашались с сотрудниками ГИБДД в части привлечения к ответственности за нарушение каких-то правил дорожного движения. Мы внимательно эти все жалобы и заявления рассматриваем. Кстати, удовлетворяются только порядка 9% из 100. Конечно же, когда гражданина привлекают к ответственности, он недоволен, он чем-то не согласен. Но сейчас у нас в 100% случаев мы используем максимально видеозапись. Видеозапись регистратора, видеозапись камеры сотрудника, либо это фото-видеофиксация, которая приходит автоматически, да, по почте получаете постановление. И, конечно же, мы тут, извините за выражение, где-то не придирается никто. Есть зафиксировано, задокументировано правонарушение, и когда гражданину уже объясняем, рассказываем, и в 90% случаев он соглашается, ну, в горячах позвонил, в горячах написал. Но вместе с этим есть случаи, когда граждане совершенно правы, и мы проводим служебные проверки в отношении сотрудников, и их привлекаем к ответственности за их непрофессиональные действия, и это превышение полномочий. Ну и этот вопрос очень важно нам сейчас, что граждане все больше и больше, я призываю этой работой заниматься, стали обращаться к нам с предложениями привлечь к ответственности нарушителей. Они самостоятельно фиксируют эти нарушения на видеокамеры, на регистратор, на свои телефоны. И вы знаете, вот в том году мы привлекли таких граждан, виновников, к ответственности более 3500. По информации самих автолюбителей, либо пешеходов, которые нашими становятся помощниками. Я им очень благодарен, ведь не на каждую улицу, не на каждый светофор, не на каждую парковку, стоянку мы не поставим инспекторы и камеры, а граждане, которые с активной позицией в правовом поле это документируют. Я им еще раз говорю, очень благодарен. Эти все заявления не остаются без внимания, мы их отрабатываем. Да, не всегда мы находим нарушителей, но вместе с этим, я же говорю, 3500 по таким материалам водители, нарушители были привлечены к ответственности. А на пробки жалуются? На пробки, скажу, очень мало жалуются к нам. Видимо, все-таки граждане вот со временем стали понимать, что за пробки и заторы, это и по закону о безопасности дорожного движения, должны отвечать владельцы дорог. То есть это, конечно же, администрация в первую очередь. Но служба ГИБДД как тоже в этом участвует, ликвидация этих проблемных точек, да, пробок, заторов. Конечно, мы тоже мониторим и обращения граждан, хоть и их немного. Мы самостоятельно выезжаем на пиковые, где-то пробковые, заторовые ситуации. Мы смотрим перекрестки, мы смотрим интенсивное движение, вечернее время, утренние часы, там, в обеденное время. Вот представьте, только в Старополе, для примера, вместе с органами власти, в том году мы 4 светофорных объекта сделали бесконфликтные правые повороты. То есть правая полоса, она постоянно у нас должна работать на зеленый сигнал светофора. Дополнительно выделяется и сейчас работает. Буквально 2 недели назад внесли изменения в организацию движения улица проспект Кулакова, улица Ленина.
со стороны кругового движения. Совершенно правильно, бесконфликтно. Посмотрите, пробковые ситуации практически на 20% посчитали уменьшилось. То есть вот здесь надо в комплексе подходить. И граждане должны обращаться, и сотрудники полиции. Ну, в первую очередь, конечно, владельцы дорог, которые есть службы специальные в каждой администрации, специалисты, где-то группы. Но они занимаются, к сожалению, не теми темпами, как бы нам хотелось, но они занимаются. Да, ну и прежде всего, это вот, конечно же, создание условий для безопасного движения транспортных средств, без заторовых ситуаций. Оставленное одно транспортное средство под знаком, да, на полосе движения, все, на 50-60% снижается пропускная способность. А чтобы транспортное средство это не было оставлено там. Почему водители оставляют его там? Ну, тут первая ситуация. Когда нет достаточно мест парковочных, водителю просто, он приехал к массовому притяжению граждан какого-то к объекту, а машину поставить некуда. Что ему делать? Конечно, он где-то сознательно нарушает, хотя понимает, что он будет наказан за это. Ну и второе, надо после создания дополнительных мест парковочных, пускай где-то платные, где-то альтернативные, конечно, работа эвакуаторов со службы ГИБДД. Кстати, в городе Ставрополе в день в среднем эвакуируется 40-50 транспортных средств за нарушение правил парковки. Вот вчера буквально я общался с заявителем, приходил в управление ГИБДД ко мне на прием, жалобой, что он не может получить свое транспортное средство, хотя все штрафы оплатил, поставил он на запрещающий знак, соглашается с нарушением около краевой больницы, и уже 2 часа не может получить транспортное средство. Ну и когда мы зашли в кабинет, дальше прошлись, я показал, что посмотрите, вот у вас 5-6 человек, и каждый час 2 подходит, по 3-4. Конечно, мы дополнительные места создаем для разбора, максимально, чтобы гражданам уменьшить время ожидания. Но вместе с этим, ведь причина ваша какая? Вы нарушили правила и сами создали себе проблемы. Да? То есть еще раз мы идем к тому, что надо не нарушать правила дорожного движения. И нет конфликта тогда ни с органами власти, ни с правоохранительными органами. Да и у вас сколько свободного времени появляется. А где здесь, на ваш взгляд, баланс между безопасностью дорожного движения, пропускной способностью дорог, да, и борьбы с пробками? Потому что вот если взять, допустим, столичный опыт, они запустили программу «Моя улица», где дороги, наоборот, сужают и делают в центре пешеходные зоны дополнительные и считают, что это приведет к тому, что люди пересядут на общественный транспорт и утверждают, что к дополнительным заторам это не приведет. И программа действует по всей столице, которая, как известно, загруженней нашего краевого центра наших крупных городов, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска, светофоры. С одной стороны, это безопасность, безопасный поворот, безопасный переход. С другой стороны, все водители понимают, что если они едут в час пик, и вдруг какой-то светофор не работает, то чаще всего этот перекресток проезжают даже быстрее, чем если светофор работает. Вот как вы пытаетесь найти этот баланс? Очень хороший вопрос. Я думаю, сейчас мы построим ответ следующим образом. Я построю ответ. Чтобы было понятие еще раз. Служба ГИБДД – это контрольно-надзорный орган. То есть наша задача, первая и основная, это пресечение, профилактика нарушения правил дорожного движения. То есть мы должны бороться, в первую очередь, с грубиянами, с лихачами, с пьяницами, которые давят детей на пешеходных переходах наших матерей и так далее. Вот, чтобы было понятно. Значит, а вот вторая часть нашей работы уже больше рекомендательная. Мы, но без вас же светофор, да, не поставят, значит, вас же спросят в любом случае. Мы только здесь, как рекомендательные можем дать рекомендации. А администрация самостоятельно, даже без нашего указания, без нашей рекомендации, может поставить спокойно светофорный объект. Для этого есть соответствующие СНИПы, ГОСТы. Они самостоятельно его поставят без нашего согласования. То есть вот здесь уже большой пласт идет работы на органах местного самоуправления, на владельцев дорог. Что касается, если поставить меня на место простого автолюбителя, да, я прекрасно понимаю, что бывает, где-то опаздываешь, где-то спешишь, да, вот светофорный объект. Вроде бы и никаких машин нет, но ты не проедешь, запрещаешься на светофору. Но вместе с этим, ведь где-то есть и пешеход, который будет в ожидании возможность своей проскочить. А где-то он не проскочит, его собьют. Вот жертва.
А стоило это 2-3-минутное опоздание до светофора и постояния этой жизни человека. То есть необходимость есть светофорного объекта, значит, она необходима сесть. А вот что касается грани, вы говорите, да, здесь надо по каждому городу, даже у нас в Ставропольском крае, по каждому городу, по каждой улице разбираться отдельно, очень внимательно. Где-то действительно можно ликвидировать светофорный объект, а где-то необходимо, может быть, поставить его дополнительно на следующем перекрестке. Потому что это массовое притяжение граждан, значит, интенсивное движение пешеходов и транспорта велика, и там будет аварийность. Надо вмешаться в органы власти и четко отрегулировать дорожное движение. Ну и, кстати, очень большие положительные моменты, и мы учимся вместе с органами власти, конечно, в наших крупных городов российских. Это вот многоуровневые парковки, развязки в двух уровнях. Ну вот мы, не секрет, давно уже прорабатываем вместе с органами администрации города Ставрополя двухуровневую развязку проспект Кулакова, улица Ленина. Конечно же, юго-западный район. Все прекрасно ждут, когда откроется обход через Олимпийский, да, перспективный. Все ждут. И мы тоже согласование все дали, что могли, хотя, опять же говорю, тоже в качестве рекомендации. То есть, эта вся работа должна вестись, в первую очередь, органами власти. И мы здесь, как помощника, как и рекомендательного характера, всю информацию им даем. Ну, сейчас я должен передать слово своей соведущей Альбине. Она очень задела ставропольских пользователей интернета своим вопросом-анонсом про водительские права. Сказали, честная девушка, именно эту роль в программе она будет играть. По поручению земляков задавать вопросы, которые хотели бы задать многие, но не решаются. Блондинка-правдоруб – это наш свежий образ. У нее на языке то, что на уме у большинства мужиков. Скажу вам честно, Альбина, давайте задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Мне присылают много вопросов. И вот несколько из них. Невозможно ездить по Ставрополю. Везде выдолбленный асфальт под ямочный ремонт. Когда заделают, никто не говорит. А машины гробятся. Кто за это ответит? Ну, вот такой вопрос. Мы эту тему немножечко затрагивали в самом начале, но без ответа оставить нельзя, потому что это вопросы наших телезрителей. Отвечаю по полномочиям. Служба ГИБДД. Мы... При надзоре за дорожным движением, после дождя, после схода снежного наката, выявляем факт ямочности. Служба ГИБДД актирует и выдает предписание владельцу дорог, администрации. Устанавливает срок устранения недостатков. Вот, кстати, конечно, я этими цифрами не хочу хвастаться, это неправильно. Но вместе с этим, только в этом году... Хотя у нас есть где-то, может быть, какие-то обиды администрации города Ставрополь, но мы выполняем свою работу. Заактировали 15 грубейших недостатков и уже 15 раз привлекли к ответственности юридическое лицо. А штрафы там серьезные, по 200, по 300 тысяч рублей. Дальше уже, чтобы эти штрафы не платить и чтобы их не привлекали к ответственности владельцев дорог, они незамедлительно должны принять меры к устранению недостатков. В зимний период применяется... Устранение этих недостатков в виде ямочности, вплоть до засыпки околом, значит, мелкогравийной смесью и так далее, бутом, битумом и так далее, чтобы ямочность была как минимальна. В дальнейшем уже при наступлении погодных условий это уже нормальное применение в соответствии с ГОСТами, СНИПами асфальтобетонного покрытия, нанесение разметки и так далее. Вот чтобы было понятно. Альбина, я пытался ответить на ваш вопрос. Замечательно. Мы продолжаем в эфире «Своя полоса». Вопрос следующего характера, раз уж мы уже заканчиваем тему пробок, но он немножечко касается и ее. Жалуются очень часто жители Ставропольского края на то, что в случае ДТП очень долго приходится ожидать наряд. По несколько часов, иногда там до 10, до 8 часов доходят ожидания. С одной стороны, я понимаю, что некоторые случаи могут, в некоторых случаях могут составить схемы сами водители или там воспользоваться услугами различных компаний. С другой стороны, многие не доверяют друг другу, себе, своей юридической грамотности и все-таки ждут инспекторов, и иногда реально это время занимает до 5-10 часов. Вот что можете ответить на это? Совершенно правильно и обращаются граждане, и такие факты есть. В городах Кавказских минеральных вод действительно и до 6-8 часов приходится ожидать, особенно в ухудшении погодных условий. Но это происходит в первую очередь, когда, конечно, такие
ситуации с выпадением огромного количества осадков внеплановых, гололедица, снегопад и так далее. Действительно, количество ДТП в эти времена года, да, в эти дни форс-мажорные увеличивается в разы. На сегодня транспортные средства в Ставропольском крае 1 миллион 190 тысяч. То есть с каждым годом прирост транспорта в крае увеличивается 50, 70 до 100 тысяч. То есть за последние буквально 10 лет транспорт прирос более 500 000 у нас в крае. То есть число транспортных средств увеличивается. Соответственно, естественно, будет увеличиваться число ДТП. Число сотрудников госинспекции у нас сокращается. Нам хватает для работы, для борьбы с лихачами и так далее. Ну, то есть на все ДТП мы среагировать одновременно, конечно, физически не можем. Для этого законодатель, изучив опыт других развитых наших стран, в том числе европейских стран, он дал возможность водителям самостоятельно оформлять дорожно-транспортное происшествие. Надо учиться, уважаемые автолюбители, надо учиться, ничего в этом сложного нет. Потом, вы видите, мы идем к тому, что все-таки за ДТП и за все проблемы, которые с этим связаны, с оформлением, конечно же, наверное, в первую очередь помощь должна оказывать та страховая компания, которая застраховала. В европейских странах только ДТП, где люди пострадали, где есть погибшие, выезжают сотрудники полиции. А в остальном гражданам, простым автолюбителям помогают страховщики от и до. Оформляют все документы, забирают машину, ремонтируют, и граждане просто получают определенный срок после завершения ремонта. И вы знаете, что мы к этому сейчас уже идем, да, активно. Уже у нас идет замена, только в исключительных случаях остались выплаты в денежном выражении. А сейчас уже в практику входит, и наши водители будут получать транспортное средство без всяких лишних документных вопросов в натуральном виде после уже ремонта. Так что надо здесь и самим учиться, ну и знать законодательство, и к этому мы все идем, чтобы облегчить эту процедуру и ожидания, и чтобы гражданам было проще решать эти вопросы. Своя полоса на своем ТВ, ответы на вопросы из первых рук, вопросы честные, ответы честные. Алексей Николаевич, ну, заявив честный разговор, я не могу не спросить о недавнем инциденте, который произошел в Пятигорске, где погиб у нас водитель. Была ли проведена внутренняя проверка ведомством? Чем она завершилась? Какие выводы сделали? Совершенно справедливый вопрос. Очень драматическая ситуация, трагический случай. Я сейчас отвечу на ваши вопросы или подвопросы, которые вы сейчас задали. Но сначала хочу довести все-таки, как все происходило, согласно тех записей, которые мы видим в Ютубе с видеорегистраторов. Кстати, на всех трех машинах, которые участвовали в преследовании, работали видеорегистраторы. Никто их не отключал, никто их не снимал, никто их не прятал. Это говорит еще о том, что, конечно, служба ГИБДД сейчас максимально открыта, и нам скрывать нечего. Пятигорск. Ночное время, 5 часов утра. Экипажу не останавливается по кругу тонированная автомашина BMW. Экипаж ее преследует, вызывает на подмогу второй экипаж. Буквально через минут 10-15 идет блокирование движения данного транспортного средства после того, как автомашина не останавливается неоднократно на требования сотрудников полиции. Блокирование. Сотрудник не успевает выйти, который заблокировал. Машина допускает BMW несколько таранов, выходит из блокирования, дальше передвигается. Подключается третий экипаж. Второе блокирование. Скорость увеличивается, встречный транспорт идет, на видеорегистраторе видно. Зажимают эту машину BMW. Деваться вроде некуда. Выходит сотрудник, открывает дверь, документы. Опять движение, опять тараны. Сотрудник виснет на двери автомашины. И больше практически 200 метров его проволакивают на открытой двери. Могла здесь трагическая ситуация случиться и здесь, ну дальше. Конечно, уже стрессовая ситуация у одного, у второго. За что они и ответят? Применение физической силы, конечно, превысили полномочия. У меня оправдания в этих действиях нет сотрудников. Но вот мы должны сделать все выводы. Органы полиции, в первую очередь, какие выводы сделаны? Нам сотрудников ДПС надо больше учить. С психологами антистрессовое состояние изучать. И как остановить сотрудника, когда он в состоянии аффекта был.
Один таран, второй таран. Сотрудника на глазах на двери протаскивают. Неадекватная реакция, понятно, это все видим. Почему не остановились? Почему не применили силу и остановились? Что там случилось? Вот разбираться должны не только сотрудники, командиры, которые учат. Прошли зачеты, сдали эти сотрудники. Физическую силу знали, как применять. А вот что случилось с головой, почему не удержались? Вот это вот, конечно, превышение полномочий провели. Это будем разбираться. Мы предложили предложение руководству и ГАИ России, и руководству Главного управления. Значит, надо больше заниматься с подготовкой именно психологической. Тяжело сотруднику ГАИ, я понимаю, работать. Значит, есть разный контингент. Но их ничего это не оправдывает. Сейчас идет следствие, и они понесут ответственность в соответствии с тем законом, который у нас есть. Что касается, конечно, в целом пожелания молодежи, но вот чтобы таких фактов не было, что бы надо сделать? Просто не нарушать. Просто остановиться, предъявить документы. Ну, выпивший, ну, есть ответственность, понеси ответственность уже за это нарушение. Да, сотрудники по приказу начальника главного управления уволены с органов внутренних дел. Руководство, более 12 сотрудников, в том числе управления ГИБДД, понесли ответственность. Серьезную дисциплинарную ответственность. Меры приняты. Но еще раз говорю, мы должны из этого трагического урока извлечь все выводы. И сотрудники полиции, ну и, конечно, граждане. Ну, видите, к чему это приводит. Ну, вот у нас регион, конечно, не тихий, не спокойный, Северокавказский. У нас как раз-то сотрудников ГАИ Пятигорска, взорвали их здание, вы знаете, террористы, 2 года назад. Пятигорское здание ГАИ. Полгода ремонтировали. И нападение на сотрудников. В Кабардино-Балкарии 1.5 года назад застрелили 2 сотрудников. Нападение на сотрудников Астраханской области. 2 сотрудника были убиты в экипаже ДПС. Застрелено. Это ролики сейчас у нас уже идут во всем интернет-пространстве. То есть у нас обстановка, если Кавказский регион непростая, и сотрудник, выполняя свои задачи, он, конечно, рискует. И здесь надо с пониманием относиться. Надо выполнять законные требования, и таких фактов, конечно, не будет. И одну жизнь погубили, и всю семью, семья страдает. В том числе у сотрудников малолетние дети, и они тоже будут привлечены к уголовной ответственности. И там 2 семьи, как минимум, пострадает. Так что трагично это все, и выводы надо извлекать нам всем из этого урока. Ну, уже следствие подтвердило, что водитель был нетрезв, и в связи с этим хочется задать вопрос про нетрезвых водителей. А больше ли их становится или меньше? Помог ли закон об уголовной ответственности за этот вид правонарушения? И много ли людей были к этой уголовной ответственности привлечены, в том числе получили реальные сроки? Хотел сказать, помог закон, не могу сказать. Цифры статистики говорят об обратном. Ну, может, лучше работать, только стали больше ловить? В том году, в 2016 году, 12,5 тысяч водителей было задокументировано за управление транспортом в состоянии опьянения. Это такая же цифра, как и в 2015 году, немного меньше, чем в 2014 году. В этом году уже за 3 месяца больше 2,5 тысяч. Конечно, мы ждали, когда уголовно ответственно за повторное управление, все-таки люди одумаются, все-таки повторно садиться за руль, тебя могут реально, извините за выражение, поместить в места лишения свободы. В 2016 году 1198 граждан повторно садились за руль в состоянии опьянения, будучи уже лишенным за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Эти факты были задокументированы, доведены до суда. И представьте, 1200 граждан привлечены к уголовной ответственности. Значит, к реальным срокам 92 человека получили реальные сроки, они отбывают в местах лишения свободы. Ну и более того, ведь представьте, вот 1200 граждан, это родители, да, детей чьих-то, их дети уже автоматически никогда в своей жизни не поступят в государственный какой-то серьезный вуз. Они сразу судьбу не только себе закрыли здесь, а также их святому, это наши дети. Вот такая ситуация. Вы знаете, здесь надо больше, конечно, но я не хочу сказать давить, но все-таки давление должно быть общество. Должна быть такая вот негативная оценка пьянства за рулем. Не должно быть бравадой, что я сегодня от сотрудников ГАИ убежал. А должно быть общественное порицание. Порицание в коллективах. В маленьких коллективах, в рабочих где-то коллективах, где-то на предприятиях, в других ячейках общества.
То есть эти факты должны серьезно осуждаться. И вот сегодня, благодаря вашей передаче, мы это все доводим. И говорим, что это трагично, это плохо. Под колесами пьяных водителей в том году погибло 85 человек, ни в чем не повинных. Вы знаете, а вот тяжесть последствий, когда водитель управляет состоянием опьянения, она в 5-10 раз, от 50 раз выше, чем простой ДТП. Водитель неадекватный. Ну, вот на примере вы видели, да, съемки вот того же пятигорского случая. Мы когда сейчас привлекаем на свои занятия врачей-наркологов, а ведь поведение гражданина, который каких-то курительных смесей, да, принял, извините за выражение, выкурил их, совсем другое, чем состояние опьянения алкогольного. То есть там поведение вообще непредсказуемое. Визуально, возможно, он будет очень ровная походка, но поведение будет неадекватное. И что от него ожидать? Сотруднику полиции, конечно, тяжело знать. Так что я хочу еще раз обратиться к нашим близким, к нашим родным. Посмотрите, где ваши дети проводят время в ночное время. Очень вас убедительно прошу. Меньше таких фактов будет. Спасибо. Это хорошо, общество, это все правильно, но именно госавтоинспекции необходимы еще дополнительно какие-нибудь рычаги, чтобы улучшить работу по контролю за пьяными водителями, за водителями, которые находятся в наркотическом опьянении. Знаете, а здесь служба ГИБДД имеет очень много полномочий. У нас есть современные технические средства контроля. Это и видеорегистрация, и видеокамеры. У нас сейчас современные транспортные средства, вы видите. Если раньше, где-то года 3-4-5 назад, у нас где-то был недостаток состояния машин. Сейчас у нас, вы видите, современные машины иностранного производства, и те же наши советского, российского производства. Нам всего хватает. И мы будем выполнять эту законную свою функцию. И будем преследовать нарушителей, чтобы он не сбил какую-то семью, не допустил лобовое столкновение. Никто не забывает, наверное, факт в Кочубеевском районе, когда водитель в состоянии опьянения убил 9 человек. Мы будем их преследовать и будем документировать. Ну, здесь, конечно, просьба всех институтов, органов общественности включиться тоже в эту работу. Замечательно. Я хочу передать слово нашей блондинке за рулем, Альбине. Давайте посмотрим на экран. У нее еще один собирательный вопрос. А вот очень хороший вопрос. Везде и всюду автолюбители заявляют, что в большинстве случаев при нарушении ПДД на месте расплачиваются сотрудниками ДПС, которые, в свою очередь, не составляют соответствующий протокол. Так ли это? Как вы боретесь со взятками своих подчиненных? Какой механизм борьбы разработан и как он работает в нашем регионе? Хорошая идея с Альбиной, потому что если человек сам признается в том, что он дал инспектору взятку, это, по сути, признание в преступлении у нас произойдет. Но это даже, насколько я знаю, следственные органы скорее к бытовой коррупции относят этот вид коррупции. А как сейчас обстоят дела? А как внутри ведомства контролируете этот вопрос? И вот честный вопрос вам. Вам взятки часто предлагали? Мне взятки не предлагают. К счастью моему. А вот что касается вопроса. Вопрос актуальный, и не надо замыливать глаза, что этих фактов нет. Да, такие факты есть, однозначно. А вот здесь надо рассмотреть, сейчас я скажу, что мы делаем с сотрудниками, сколько фактов, кого уволили, привлекли, я сейчас скажу. Но вот изначально происходит правонарушение. Водитель напускает нарушение. Первое. Второе, сотрудник это фиксирует. Вот контакт максимально идет между двумя субъектами этой ситуации. Один нарушил, говорит так, я готов расплатиться на месте. Вот сразу говорю, вот эта вот готовность расплатиться на месте, уважаемые автолюбители, вы нарушили, вы уже административно нарушили законодательство, а когда вы даете деньги, это уже уголовная ответственность. Это попытка, либо дача взятки должностному лицу при исполнении. Кстати, 47 таких фактов мы зарегистрировали благодаря регистраторам, которые стоят, благодаря видеокамерам и носимым регистраторам. 47 граждан за попытку дачи взяток привлечены к ответственности. Вторая часть. Сотрудник ГИБДД, понимая, что он нарушает закон, да, имея такие места случаи, ну, вот латентность очень великая. И здесь задокументировать, конечно, сложно, но мы документируем. 11 фактов в 2016 году.
возбуждено уголовных дел в отношении сотрудников дорожно-патрульной службы за получение взяток. Конечно, они все уволены и привлечены к уголовной ответственности. Вот а здесь, видеорегистраторы помогают, значит, которые я вам сейчас скажу, отвечают? Видеорегистраторы помогают колоссально. И вот то, что их дали команду в МВД ввести сотрудникам ГИБДД, они помогают и в части борьбы с коррупцией, и в части самоконтроля сотрудника ДПС по поведению к водителям, и пресечения максимально попыток дачи взяток. Это все к наведению порядка. Кстати, для автолюбителей. Если вам сотрудник ДПС скажет, что там регистратор я отключил, он не работает, он зачастую лукавит. У нас видеорегистратора запись идет в основном в режиме онлайн. И мы можем проверить не только ежеминутно, и вечером после смены эту запись проверить. И от управления ГАИ путем удаленного доступа. Сейчас системы у нас достаточно серьезные, и мы это все мониторим. Мы выявляем свои мелкие нарушения по поводу не касается взяточничества. Где-то там сотрудники ДПС уехали с маршрута, а запись нам показала, что он не на маршруте находился. И другие нарушения наказывают сотрудники за эти все проступки. Ну, здесь надо тоже гражданам я обращаюсь. Если вы видите незаконное действие, превышение явного полномочия и вымогательство, ну, есть телефоны доверия у нас на каждом борту патрульного экипажа. Позвоните, зафиксируйте. Незамедлительно выйдет следственно-оперативная группа сразу на место. Ну, коррупция достаточно сложная тема, потому что, с одной стороны, если количество случаев учащается, можно говорить о том, что коррумпированность стала выше, а можно говорить о том, что стали лучше бороться, потому что стали больше выявлять именно таких случаев. Ну вот, на мой взгляд, приводит к коррупционным таким происшествиям бытового характера, как, например, случай на дороге, как раз скорее даже лень водителей и желание сэкономить. Но сейчас появилась возможность оплатить штраф с 50% скидкой. Сейчас не нужно идти в банк с квитанцией, есть множество сайтов государственных услуг и так далее. Поэтому, учитывая тот факт, что сложно оценить эти цифры на самом деле, как, на ваш взгляд, сейчас, если сравнить с прошлым, позапрошлым годом, меньше стало таких проблем? Или все-таки это такая беда, от которой очень сложно избавиться, которую невозможно искоренить? Вы практически ответили на поставленный вами вопрос сами в самом вопросе. Действительно, вот развитие наших средств информатизации, та техника, которая приходит к нам на вооружение, она позволяет нам минимизировать вопросы коррупционные, минимизировать. И параллельно гражданам, в том числе автолюбителям, появляется возможность, допустим, в 20-дневный срок оплатить штраф с скидкой 50%. В основном это 250, там, и надо 500 рублей. Зачем рисковать, извините за выражение, давать какую-то взятку, и, значит, себя подвергать опасности уголовно наказуемой? Ну, если нарушили, несите ответственность. Оплатите дозволенный срок, тем более сейчас не надо идти дополнительно в кассу, там куда-то, в банкомат. Ну, сейчас, пожалуйста, зарегистрируйтесь на портале госуслуг в режиме онлайн, оплатите штраф этот. Без проблем, сейчас база данных работает, только оплачивайте. Через секунду у нас информация об оплате. Вас никто не остановит и не накажет, что вы штрафы не оплачивали. Так что позитивная динамика есть, это хорошо. И вот в продолжение темы, у нас край Ставропольский входит в двадцатку регионов, где мы приняли решение все-таки использовать ручные измерители скорости движения. Ну, сразу разочарую любителей решить вопрос на месте. Не получится 100%. Можете никак не решать. Таких у нас 52 современных прибора марки «Бинар». Находится на вооружении сотрудников ДПС. Сотрудник ДПС физически и технически, как хотите, не может вмешаться в работу этого аппарата. Он в ручном режиме фиксирует от 50 до 300 км в час диапазон нарушения скоростного режима. До 400 метров фиксация идет нарушение. Здесь ни система радара вам не поможет, ни антирадара, никакого. Попадете однозначно, потому что работа прибора совсем другая, чем стационарные комплексы фото-видеофиксации. Дальше эта информация снимается только сотрудниками управления ГИБДД по завершению этих мероприятий по работе по скоростному режиму. Кстати, мы провели 7 и 6 марта, чтобы наши лихачи немножко свой пыл умерили перед праздником женским, на территории 8 районов
Ставропольского края выявили более 300 нарушений скоростного режима. Мы выявляли только грубое нарушение. Это превышение скорости 40, 60 и больше километров в час. Представляете, как наши мужчины в основном попадаются, 90% случаев, лихачи передвигаются, создавая угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Так что сразу предупреждаю, попались на ручной скоростномер, не пытайте ни себя, ни сотрудника, несите ответственность и платите установленный законом штраф. А лучше не нарушайте правила дорожного движения, создавая проблем себе и другим. Вот вы сказали, сейчас мужчины в 90% случаев у нас лихачи. А что касается женщин за рулем? Вот ни один анекдот сложен про блондинок за рулем. Ни одно видео набрало тысячи просмотров, где милая девушка паркуется на парковке, песни, шутки и так далее. В свою очередь женщины сами говорят, что они водят аккуратнее и менее вспыльчивы, чем мужчины. А есть ли какая-то статистика по половому признаку? Какой у нас пол все-таки больше нарушает правила аккуратнее за рулем? Заинтригую ответом. Знаете, хотелось бы сказать, как просто автолюбителя, да, свое мнение. Ну, не могу. Я сегодня на мероприятии таком серьезном, как должностное лицо, отвечу, а должностное лицо отвечает цифрами статистики. Да, она у нас есть. Девушки, женщины за рулем, в 90% случаев, когда они нарушают правила дорожного движения, как правило, это неумышленное. Это невнимательные правонарушения. Если они попадают в ДТП, совершенно управы. Ну, достаточно нелепые ДТП из-за невнимательности. Есть грубое нарушение с выездом на встречную полосу, значит, состояние опьянения есть, но это единичные факты. На фоне того количества водителей женщин это единичные факты. Это, как правило, еще раз говорю, какая-то нелепость, невнимательность. Так что, уважаемые женщины-автолюбители, повнимательнее. И действительно, предметы косметики, они отрывают вас во время движения, наверное, особенно по пробкам. Не надо отвлекаться, надо все это делать заблаговременно и быть внимательным, конечно, обязательно. И, кстати, скажу, что, пользуясь случаем, у нас сейчас где-то 50 на 50 кандидатов-водителей идут в РЭО женщины и мужчины. Если раньше это было 40 на 60, 30 на 70, то сегодняшний день 50 на 50. А где-то есть у нас даже подразделение, где уже женщин даже больше идет кандидатов-водителей, чем мужчин. Такая статистика. Ну, то есть мужчины по тяжести последствий, они... К сожалению, видимо, да, мужской характер, мужское заложенное у нас все-таки основание, основа наша, как мужчин, как, наверное, охотников, где-то экстремалов, к сожалению, приходит и к тяжким последствиям. Есть чему учиться друг у друга. Ну и раз мы заговорили о женщинах за рулем, нашей дежурной блондинке предлагаю передать слово. И там у нас сейчас, насколько я знаю, довольно-таки интересный и сложный вопрос. Я купила права 10 лет назад. Так бы мог начать свой рассказ каждый четвертый автомобилист. Ну, так говорят. Вот такая вот ситуация. Не вопрос, констатация факта. Опять же, эти данные мы берем из интернета. Это то, о чем говорят люди. Как вы прокомментируете такую информацию? Не готов сказать, что было 10 лет назад. Могу ответить за то, что происходит сейчас. Весь процесс сдачи трех этапов экзаменов в МРЭО фиксируется на видеозапись. Если кто-то из ваших автоинструкторов, представителей автошкол, не знаю, каких-то товарищей, говорит, что мы решим что-то где-то как-то, уважаемые кандидаты в водители, это все просто слова. Если вы не обладаете никакими знаниями, вы не пройдете экзамен. Ну, теоретический экзамен можно зазубрить, заучить его, ну, хотя тоже какой-то уровень подготовки. Дальше все снимается на видео, все хранится у нас. Жесточайший спрос за эти все видеофайлы. Ни инструктору не поможет, четырехканальная видеокамера на сдаче. Все видно, кто управляет транспортным средством. А были случаи, когда эта техника помогла и наказали либо инспектора, либо посредника? Совершенно правильно. Скрывать я не буду. Значит, мы не следственные органы, не оперативные службы, но то, что мы видим в видеозаписи, когда есть помощь инструктора, на что-то закрывал глаза инспектор по приему экзаменов. Допустим, видно, что на эстакаде
транспортное средство заглохло, извините за выражение, да, и скатилось. А баллы ему проставляют. Такие факты были. Да, они единичные, но были. Сотрудники отстранялись от приема экзаменов, переводились на другое направление, и руководитель наказывался. Мы это направление контроля не ослабляем, а только усиливаем. Еще раз говорю, что если вот такие разговоры ходят, кто-то что-то говорит, если вы не подготовлены, не идите в РЭВО, не пытайтесь, вы не сдадите. Все снимается на видео, от и до. Подготовленные, неподготовленные. Как вы оцениваете сейчас наши автошколы? Был такой период их рассвета, когда их было много, непонятно, кто учил. Потом правила ужесточили, ввели требования по автодромам, по полигонам и так далее. Что сейчас? Как вы оцениваете уровень подготовки в старопольских автошколах? Хотелось бы узнать. Тоже очень хороший вопрос, потому что действительно 3 года назад... Представьте в цифры, практически 22% всех ДТП по вине молодых водителей происходило у нас. Да, за этот год, 16-й, мы закрыли, у нас 7,5% ДТП по вине водителей молодых. То есть мы видим значительное уменьшение количества дорожных ДТП по вине молодых водителей. А это только в рамках качественной подготовки. Ужесточение требований к автошколам, процессу подготовки в автошколах, процессу сдачи экзаменов. Все это в комплексе сыграло на то, что мы сегодня видим, что ДТП с молодыми водителями значительно сокращается. Но остались нерадивые, на ваш взгляд, автошколы? Вот я понимаю, что этим вопросом больше занимается Минобр. Но вот лично вы, сколько бы закрыли, будь ваша воля, только честно? Будь моя воля, я бы этот вопрос передосовал, куда вы сказали. Я не имею права их закрывать. Значит, в наших полномочиях информацию обобщаем виновники автошкол и направляем ежемесячно Министерство образования, руководителям крупных автошкол, там ДОСАФ и другие направления. И там идет разбор уже свой по инструкторам, по преподавателям. Я знаю, что, вот не буду говорить, не хотелось там лишних хвалить, чтобы не сглазить. У нас есть автошколы по нашему письму, которая получает, и мы говорим, что виновник аварии, который был один и второй, систему мы видим, подготовлен некачественно, да, у нас РЭО, он там зазубрил, с 5-го, с 8-го раза все-таки сдал, да, но все-таки, тем не менее, он не проникся той ответственностью, что машина – это источник повышенной опасности. И вот данные руководители автошкол принципиально подходят, и инструкторов этих увольняют. Это их право. Так что я за это ему скажу слова благодарности. Только в целом все-таки мы цель преследуем грамотной, качественной подготовки. И самое главное, внушить сознание молодого кандидата нашего, что все-таки машина, автомобиль – это источник повышенной опасности. И вы на себя возлагаете уже другую всем ответственность, когда садитесь за руль. Это должны понимать, в первую очередь, кандидаты в водители. И в заключительной части нашей программы я предлагаю перейти к непосредственным вопросам самих телезрителей. Мы запустили на сайте stv24.tv страничку «Кликни Альбину». И вот что написал народ. Зачитаю с вашего разрешения. Вопрос первый. Мы касались этой темы измерения скорости ручными радарами. Законно ли это требование министра внутренних дел запретить использование ГИБДД ручных измерителей скорости в целях предупреждения коррупции? Почему Ставропольская госавтоинспекция продолжает их применять? При каких условиях это возможно, что за модели приборов при этом применяются и какие отличительные технические характеристики. Ну, я думаю, что вы достаточно подробно ответили на этот вопрос. Единственное, в двух словах, почему наш регион исключение из правил. Знаете, мы провели практику неиспользования данных приборов. Мы их полностью прекратили по указанию министра применять в августе и сентябре 2016 года. Ну, кто передвигался по федеральным дорогам, Кавказ, по другим дорогам интенсивным движением в Ставропольском крае, когда вас обходит на скорости, наверное, 180 автомашина, ВАЗ-2107, становится страшно и жутко. Что может с этим водителем случиться и с другим транспортным средством? Мы не могли, конечно, не найти варианты, и мы нашли законные варианты, чтобы исключить факты коррупции. Это был первый основной вопрос. Мы их исключили. С прибором инспектор может появиться в любое время
и в любом месте, и это будет законно. Уважаемые автолюбители, не нарушайте правила дорожного движения. Мы не гоняемся за мелкими нарушениями, нам они не нужны. Вечный вопрос и дилемма. Тонировать авто или нет? Для многих автомобилистов, особенно среди молодежи, тонированное авто – особый бренд, стиль, возможность выделиться из толпы. Почему же госавтоинспекция против этого? К чему, на ваш взгляд, может привести наглухо заклеенное лобовое стекло автомобиля? Бытует мнение, что при низких температурах окружающей среды или в негативных погодных условиях, дождь, снег, туман, сотрудники госавтоинспекции не имеют права проводить замеры тонировки стекол, поскольку прибор может давать существенную погрешность. Так ли это? Как я понимаю, это такая хитрая уловка у владельцев тонированных автомобилей выяснить у вас, в каких условиях могут проверять уровень затемненности стекол инспекторы. Ну, мы этот вопрос должны задать. Все-таки это наши зрители, на каких бы машинах они не ездили. Отвечая на вопрос, уверен, что, наверное, передачу «Наша молодежь» не вся посмотрит, но думаю, что родители, дяди, тети посмотрят и послушают то, что я сейчас скажу, и доведут до своих детей. Тонировка – это уже цифры статистики, это не запугивание. Когда мы разбираем каждое утро число ДТП и причины их, вот тонировка как раз-то в вечернее время и в условиях тумана является одной из основных причин, когда водитель невнимателен. Выбоина, обочина, сигнал светофора, пешеходы. В первую очередь в городе Ставрополе, в крупных городах это пешеходы. Водитель вот я не увидел, я не заметил. Я скорость не превышал, она была минимальна, я не увидел. Это действительно так, это первое. Второе. Что касается нарушений. Ну, пускай у нас край будет опять, наверное, где-то в каких-то экспериментальных или опытных лидерах. Мы нашли практику, уважаемые любители затонироваться. Во время дождя, во время снега, пасмурная погода. Если мы видим это нарушение, да, мы понимаем, что прибор может дать погрешность. Мы не будем использовать прибор сейчас. Но мы видим, мы возбуждаем инцидентное производство, и вашу машину, по кругу тонированную, мы загрузим на эвакуатор и поставим на стоянку в отдел внутренних дел. До возможности производства замеров. На следующий день будет прекрасная ясная погода, инспектор прибудет, замерит прибор, и вы понесете ответственность. Эта практика у нас применялась. Гражданин, очень юридически подкован, обжаловал во все инстанции, суд. На нашей стороне эта практика признана законной. Мы ее внедряем сейчас по территории всего края. Так что предлагаю просто не нарушайте закон, не провоцируйте ни сотрудников полиции. И самое главное, не создавайте себе проблем, в первую очередь, с безопасностью дорожного движения. Вы же когда-то не увидите пешехода и, допустим, на него наезд. Ну тогда следующий вопрос нашего сайта, заключительный. В начале этого года по всей стране прошла информация о том, что будут изменены правила перевозки детей. Автолюбители посчитали, что изменения уже вступили в силу и перестали возить детей на передних сиденьях, а многие перевозить детей старше 7 лет стали на задних сиденьях, пристегнув обычным штатным ремнем безопасности. Как правильно все-таки сейчас перевозить детей? Что обсуждается? Что вступает в силу? С какого числа? Здесь, мне кажется, позвольте маленькую ремарочку. Сейчас возникла такая же точная ситуация, которая возникла со знаками приоритета на перекрестках с круговым движением когда-то. Когда водители запутались, и кто-то считал круг главной дорогой, в итоге очень большую работу ввела госавтоинспекция, что нужно смотреть на знаки и так далее. Сейчас здесь аналогичная ситуация, по себе расскажу, тоже езжу за рулем, общаюсь с людьми, и каждый уверен и доказывает свою точку зрения, что он слышал, видел, читал. И у каждого информация разная. Вот можно ответить людям по поводу перевозки детей точно. Как можно, когда можно? Отвечаю. Давайте сами для себя, каждый должен определиться. Мы хотим сами толковать закон, его как-то обойти или избежать какой-то ответственности, чтобы сотрудник ГИБДД не наложил штраф. Это так? Если это так, то это один вопрос. А если мы просто хотим безопасно перемещать транспортное средство наших детей, это другой вопрос. Так вот, я отвечу со стороны, наверное, второго вопроса. Уважаемые автолюбители, никто из сотрудников ГИБДД Ставропольского края специально к вам придираться не будет. Мы не будем смотреть, особенно вникать в ГОСТы, СНИПы, значит, модель производства этого удерживающего устройства и так далее. Нет. Пожалуйста, используйте
специальное удерживающее устройство. Будь это кресло деткам. Вы сами определите, нужно кресло вам сейчас, либо уже этому восьмилетнему можно специальное удерживающее устройство типа ФЭС или другое закрепить. Обеспечьте безопасность. Ребенок будет пристегнут, будет в кресле пристегнут. Никто к вам никаких мер принимать не будет. И прежде всего, вы думаете о своих детях, о своей безопасности. Вот так я отвечу на этот вопрос. И не надо этот закон толковать и так далее. Он сделал просто для того, чтобы меньше было жалоб всяких блогеров, вот таких, которые вот этот смакуют этот закон, ищут тонкости, какие-то проблемы. Только для них, наверное, больше это разъяснение сделано. Для наших самых грамотных автолюбителей, которые любят не думать о безопасности, а вот покопаться где-то в пробелах законодательства. Он для этого сделан. Позиция ГИБДД Ставропольского края такая, как я обозначил сейчас. Алексей Николаевич, спасибо вам большое. На мой взгляд, для первого выпуска получилось свежо, остро. Ответили на многие неудобные вопросы, на основные вопросы, которые волнуют телезрителей. Но если на что-то не ответили и что-то еще непонятно, то я думаю, что у нас еще впереди много выпусков. «Своя полоса» на телеканале «Свое ТВ» Ставропольский край будет выходить каждый четверг в 19:15. Не пропустите. Это специально выделенная полоса для прямого и честного разговора со стражами дорожного порядка. Они готовы говорить открыто, что и продемонстрировал сегодня начальник ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Николаевич Сафонов. Ну, а мы готовы передать ваши вопросы без причесывания и лакировки. Есть вопросы про дороги, правила, законы, безопасность дорожного движения. Кликните Альбину на сайте stv24.tv. И она по вашему поручению спросит то, что вы хотели спросить, но опасались или стеснялись. В жизни на дороге и на телевидении очень важно выбрать свою полосу. Увидимся.